Давид, куда пошел? На лестницу. Да и сам спала. У вас, кстати, есть ноута. Опа! Давид, ставим сюда. Ну вот, поплыли. Во сне мы побеждаем, а в жизни наяву. Там печенеги, половцы давно взяли Москву. А ты давай, давай на карантин. Лечить тебя мы вовсе не хотим. Ты просто кушай свой фуфламицин. Ну а мы в гонке. А ты давай, продуй на карантин. Мы тебе денег точно не дадим. Ведь накопил же ты подкожный жир. Давай сюда его. Ну че, давай, вали на карантин. Мы тебя, походу, обнулим. А ты сиди там хоть до следующей зимы. А у нас пир среди чумы. Ну все, выскочили оба нормально. Еще попробуем. Ну, хорошо. Ну, молодцы. Отлично. Девушка согласилась.